Ого, вот это впечатляет. А вот тем, кто сделан из плоти и крови, не так повезло. В этом нет необходимости. Хороший Гучо. Я захватил корабль Гарсии. Он стоит в бухте на... Это хоро... Похоже, что мы все-таки вернемся. Я отправлю туда людей, что... Вот, возьми золото. Я нашел экспедицию. Отличная новость. Экспедиция дошла до деревни Мар... Кориентес защитит деревню от пиратов Гарсии, а в ответ получит... Это успокаивает. Дай мне знать. В одной из гробниц при... Среди них было двое абориген... Да, может...
Пойдем со мной. Конечно. Этого ублюдка Харлока мы поймали. Теперь становится интересно. Я нашел судовой журнал Гар... Неужели он и вправду так глуп? Он зарыл свои сокровища в пещере на Антигу. Пароль для входа. Серьезно? Ага. Что за... Неудивительно, что он помер. Идем со мной. У тебя уже есть сопровождающие? Нам надо... Слушаюсь. Пойдем со мной. Хорошо. Без воды идет на нас темнота. Остерегайтесь темноты. Разве не замечаете? Зачем ты это делаешь? Я нашел потайной вход в скрытую долину. Это на юго-запад. Ха, так вот где он. Ах да, конечно. Говорят, что огненную стену может пересечь. Тебе нужно отправиться к старому шаману Асаму. Где мне найти старого шамана? Он живет в маленькой хижине вдали от деревни. Ты найдешь ее за горой к юго-востоку отсюда. Все ясно. Замечаете, как по ночам крадет она ваш сон? Чую, близка гибель! Молитесь предкам, дабы вам подготовили место! Чтобы вам не пришлось метаться. Яла, Яла. Приходи. Я помогу тебе.
Белый человек пришел сюда. Что? Я пиратский шек. Что? Почему? Ну, на... Я... Почему? Всегда так племя становится сильнее. Одно новое лицо. Ты Хоши или хочешь тут? Я хочу. Дивы накажут тебя, поэтому я... Ты довольный? Два Гучо так про... Один из... Поэтому... Что это? Легенда Кабуки Хо... Понимаю. Почему ты... Много лет, но я передал свои дела более сильному воину. Довольно он. Почему же? Мне нравится общаться с Дивами. Здесь я ближе к Хике. Можешь об... Я не чувствую в тебе. Пусти-ка меня к Вуду, как... Меня при... Он сказал, что... Зачем? Он уже приняв ее, он смог... Почему? Я не знаю. У него с собой костяная рука. Что? У него была костяная рука? Этого не может быть. Ты говоришь тревожные слова. Если... Это не...